Я могу слушать, мистер Москас? Я слушаю. Я видел вас вчера в числе подачей неопознанных личностей на вечеринке Оскара. Позвольте представиться, меня зовут Джерри Райан. Мы с Оскаром из одного города даже когда-то дружили, правда, нельзя сказать, что на короткой ноге, наверное, потому что я чересчур длинноногий. У меня рост 1,91 м и рыжая борода. Это вы! Тот самый билет, который диспетчер молчал! К сожалению, я не смог найти в магазине билета, который бы умел рассказывать анекдоты. К сожалению. Так вот, я вчера случайно услышал, что вы собираетесь продать холодильник. Могу взять и взглянуть? На холодильник? Ну, для начала хотя бы на него. Нет! Это не холодильник. Это ледник, ящик для льда. Ну, это же прекрасный пример американской практичности, экономии электричества. Ну что, я могу где вас сегодня, наверное, где-то... Так ведь я его уже отдала. Вот, не очень любезно с вашей стороны. Ну, только что помогла одному малому отнести его домой. Понятия не имею, кто он такой, я дала совершенно бесплатно, только бы избавиться от этой дурацкой штуки. Почему вы мне вчера ничего не сказали? Не хотел быть самым прытким. Да вот сегодня, знаете ли, великий день, я решил начать новую жизнь. И для начала решил заглянуть к вам. Ну, прекрасно. Ну что делать, если я его уже отдала? Ясно, спасибо, простите. Пожалуйста. Сердцем. Давай, начинай, борись за себя! Начинай новую жизнь. С чего начинать и с чем бороться? С воскресными приложениями не расстались! Алло! Софи, привет! Оскар дома? Слушай, там вчерашний его приятель, ну, такой длинный. Слышишь, да, да, берите!
пошевелить, а? Наверняка ужин где-то записан. Вот, давай, жду. Если человек длиннее кушетки, нужно поменять. Человека! На себе через всю улицу, только чтобы от него избавиться. Поэтому вы звоните мне, либо потому, что вам, как и мне, абсолютно нечего делать, либо потому, что... У меня 11 разных дел! Но и все они ненужные, раз вы их не делаете. Либо потому, что вы решили, что это я звонил и не ответил. А разве это звонили не вы? Какая разница, кто бы это ни был, у него, вероятно, на это имели свои причины. Вопрос в том, какие причины у вас. Если мужчина звонит и говорит, что это звонит не он, то девушка, которая тут же ему перезванивает, она либо очень одинока, либо очень любопытна, либо большая зануда. Неужели я ошиблась с номером? Я хочу выяснить, что же вы такое? Так, это вы звонили насчет холодильника? Нет. Дура. Алло? Я не звонил вам насчет холодильника. Что? Могло показаться с самого начала, что это так, на самом деле все абсолютно иначе. Так, погодите. Давайте разберемся. Вы позвонили. Я позвонил вам, потому что единственный женский голос, который я слышу в телефонной трубке в последнее время, это голос, который сообщает мне сигналы точного времени. Я уже могу сойти с ума от этого одиночества. Я позвонил, чтобы, так сказать, завязать знакомство с каким-нибудь слабым существом, слабого пола. Я же и есть слабое существо слабого пола. Завязывайте. Я позвонил, чтобы пригласить вас пообедать и пойти куда-нибудь в театр. Почему не пригласили? Боялся, что вы ответите да или нет. Нет, вот напрасно. Ну, я бы с удовольствием ответила охотно. Ну вот, теперь вы меня намного лучше понимаете, да? Ну что, у нас сегодня воскресенье, нужно посмотреть, что идет в этом. Нет, я не уверен, что мне всего этого хочется. Не понял, почему? Это все чуть-чуть сложно. Простите, что здесь сложного? Человек звонит вам, чтобы с помощью холодильника предложить вам встретиться. Вы говорите, что холодильника уже нет. Человек все равно надеется, что вы пригласите его зайти и без холодильника. А вас ничего, кроме вашего холодильника, не интересует. Потом вы сами перезваниваете ему, чтобы опять же с помощью холодильника он предложит вам встретиться. И вот тут человек проявляет интерес к вам, как личности, не как холодильнику. А вас ничего, кроме вашего дурацкого холодильника, не интересует, и вы бросаете трубку. И скажите мне, что здесь сложного? Так, что у вас за цель? Я живу бесцельно, а вы? Ну, вы вообще-то мужчина, а я дама как-никак. Хотите позвать меня пообедать, решайтесь. А там уж и я буду решать, как мне быть. Да
Да в том-то и дело, что я уже целый месяц сижу и никак не могу решиться. Пригласит меня пообедать. Оторвать себя от стула, с этого нужно начинать. Но если однажды уже сломал ногу в пяти местах, ты боишься на нее наступать. Послушайте, сегодня единственный вечер в году, когда мне не хочется ужинать в одиночестве. Я положил трубку, потому что не в силах упрашивать. Помогите мне. Конечно. Как мы с вами встретимся? А где вы живете? На метро, на 102-й улице. Ну прекрасно, я смогу приехать через полчаса. Погодите, вы уверены, да, что вы справитесь? Не понял? Ну она вас совсем не успокоит. Кто она? Нога. Какая нога? Ну которую вы сломали сразу в пяти местах. Ах, это? Мне кажется, она дала осложнение на психику пока. Да не беспокойтесь вы, я еще в своем уме. Что? Да, это же Райан. Кто вызывает? Из Намахи. Хорошо сказано. Ну вот, добро пожаловать, не располагайтесь. Чувствуйте себя как дома. А что вам налить, колу или пиво? Ну, что себе, то и мне подойдет любая влага. А я буду пить теплое молоко. Теплое молоко? Мне кажется, я слишком стар для вас. Мне больше подойдет кола. Более кофеин. Лучше пиво. Чем лучше? Вы выпили за ужином 3 чашки черного кофе, поэтому кола для вас. Знаете что, только пожалуйста, не надо меня нянчить, хорошо? Меня и так уже занянчили. Давайте, несите колу и будь что будет. Ну, вы сами сказали, что плохо спите по ночам. А сегодня не будете спать совсем? Ну, если вы ручаетесь, что от пива я усну, давайте, несите пиво. Я ручаюсь. Нет, давайте начнем все сначала. Колу или пиво? Решайте сами. Теплое молоко. Да ладно. Нет, я не шучу, мне сейчас абсолютно не до шуток. Давайте несите теплое молоко, а там посмотрим. А что у вас за кровать такая, на которой так плохо спится? Кушетка, купленная в лавке армии спасения. За $8. О, так чего же тут удивительного? Посмотрите на мою кровать. Знаете, сколько я заплатила за один только матрас? $69. Зато он самый лучший. Да, ширину хватит места для двоих, не правда? Конечно. Естественно. Я
Никак не могу обойтись без удобной кровати. Как-никак, в кровати мы проводим полжизни. Полжизни, надо же. Я полжизни провожу на здешних прекрасных мостах, похожих на бриллиантовое ожерелье. И да, я не могу позволить потратить себе 69 долларов для удобства клопов. У вас клопы. Да. Вдобавок ко всему тому, что гложет меня по ночам. Вы что, нигде не работаете, Джерри? Вот теперь я знаю, почему я должен пить теплое молоко, а вы почему его пьете? А у меня язва. 12-перстной кишки. Язва у вас? Странно. Мне казалось, что в наше время язва осталась только у мужчин. Чем же это объяснить? Вы старомодный или вы мужчина? Какая разница? Мне все равно, решайте сами. Она у меня есть. Ну не скажите, разница большая. От этого зависит, допью молоко и уйду или останусь у вас ночевать. Хотите повернуть дело так? Если бы знать, куда повернуть, а то я часами торчусь на месте. Кстати, о летучих мушах. А вот это что такое? Это балетный костюм. Одна моя знакомая будет танцевать на вечеринке общества морального самовоспитания. На поясе и ниже она будет абсолютно голая? Нет, далеко наденет. Какая замечательная свежая мысль. Значит, вы живете на этот нескромный заработок. Наполовину. Почему только наполовину? Ну, потому что на вторую половину я безработная. Вы просто шите костюмы подлиннее, только и всего. О, акробата! Кто эта смуглая красотка в судорогах? Ну, вообще-то это... Вы? Да. Что вас удивляет? Я танцовщица. Не может быть, ну, вообще-то мне просто показалось, что балет вас чем-то не устраивает. Чего подобного? Вы шутите? Я танцовщица, я столько лет занимался самого... Хосе. У какого Хосе? Вы что, притворяетесь? Вот. Хороший вопрос. Значит, вот здесь вы в своем натуральном виде. А вот этот мистер Америка, это ваша последняя ошибка? Кто? Ваш муж. Это Ларри. А мой муж был у меня так недолго, что я не успел сфотографироваться. Ну что ж, значит, это теперешняя ошибка. А вот здесь вы еще в более натуральном виде. Скажите, у вас и прям такие чудесные ножки. Были. Дубай есть. Часто я здорово исхудала. Это из-за этой вашей старомодной язвы? Вот видите, из-за язвы как раз наоборот управляешься. Надо есть 6 раз в день. Ну с ума сойти? Но зато, когда у меня было последнее кровотечение, я так дивно выглядела. Это все говорили. Простите. Последнее кровотечение. Надеюсь, последнее. Иначе ведь к крови-то не напасешься. Ну, прости, это не шутки, а сколько вот всего их было? 2. И вот, когда у меня были такие шикарные формы, как никогда в жизни, меня вдруг бац и кладут на операцию. Язва. Аппендицит. Видите, сколько недостатков у меня в организме. Ну что ж, давайте выпьем за ваш организм без аппендикса. Я против излишеств. Ну вот я вам рассказала все, что у меня не в порядке. А что не в порядке у вас? У меня? А у меня все в порядке. А нога? Какая нога? Ну как вас угораздило сломать ногу в 5 местах? Она сломалась от горя. Знаете что? Может, вы уже перестанете метаться? Сядьте, успокойтесь. К вашему сведению, я могу находиться только в 2 состояниях. Второе состояние – это полуобморок. Кстати, последняя женщина, которая пыталась меня усадить на стол и успокоить, потом я не мог ее привести в чувство 9 лет. Кто была? Не помню. Ее имя как-то вылетело у меня из головы, но дело-то не в этом, а в том, как мы с вами решим. Что решим? Уйти мне или остаться? Я, конечно, благодарен вам за приглашение, хотя мне кажется, что вам не стоит так настаивать. Но с другой стороны, у вас здесь очень мило. Я не могу похвастаться тем, что сегодня куда-то уже приглашен. Я вас не понимаю, Джерри. Это вам только кажется. Обычно люди меня понимают сравнительно легко.
Сначала вы долго-долго не можете решиться пригласить меня в ресторан, потом вдруг бац, в постель. Вы всегда все решаете именно так. Именно как? Головой. Ну, видите ли, там у меня есть такое серое вещество, которое не дает мне совершать глупости и необдуманные шаги. А вы чем решаете? В таких случаях не головой. Я считаю, 1-2 необдуманных поступка иной раз могут вывести нас на новую уникальную дорогу. Не торопите меня. Мне кажется, нужно взвесить, на что я иду. А разве я сказала «да»? Да и вам нужно взвесить, а вдруг я могу позволить себе вот только девушку с фотокарточки, а не живой организм с ее язвой и прочим. Знаете что, давайте послушаем радио, чтобы, так сказать, затуманить мысли о будущем. Господи, я так давно не слушал радио. У вас что, даже радио нет? Нет, а что? Ну, радио-то есть у всех. А у меня нет. Вы что, вправду сели на мель? Гитель! Какое странное имя! Гитель! Такое имя должно быть, наверное, у эскимосов, но я не знаю. Так вы тоже? Эскимос? На мели. Почему вас это так интересует? Ну, если это действительно так, то чего ради мы с вами ходили в дорогой ресторан, потом в театр? Ну, по крайней мере, каждый мог заплатить сам за себя. Я думал, вы итальянка. Я? Нет, я еврейка. Москва. Ну, такой псевдоним для сцены. Простите, а как ваша настоящая фамилия? Ну, она слишком длинная. Для неоновых афиш на Бродвее. Москович. Значит, вы сделали себе обрезание, чтобы стать итальянкой? Вы там родились? Где? В Италии? Нет, в этой, как ее, в Польше? Нет. Я родилась здесь, в Бронксе. Mm-hmm. Слушайте, а почему вам не взять пособие по безработице? Знаете, как оно меня выручает? Ну, во-первых, потому что официально я живу в другом штате. В каком? В штате Небраска. А, это где-то в Калифорнии. Нет. В Калифорнии, по-моему, Невада. Какая разница? Но все равно же очень далеко. Да. Одним словом, вы здесь совсем один, далеко от дома, и у вас нет вообще никого, кто бы мог вам одолжить немного денег. Никого. Кроме вас. Сколько? Что? Что вы собираетесь делать? Хочу вам одолжить немного денег. А я посмотрю, вы добрая душа, даже чересчур добрая. Только знаете что? Не нужно разыгрывать из себя фею крестную, вас все равно сожрет волк. Вы сами сказали, что вы без гроша. Нет, это не я сказал, это вы сказали. Я знаю, что это звучит не очень романтично, но за последний год я заработал 15 тысяч долларов. Каким это образом? Я адвокат. Нормально. Я перебиваюсь на 18 долларов в неделю и еще хочу ему помочь. А вам просто нравится кормить собой пробегающих мимо волков. Вы жертва, прирожденная жертва. Чья? Своя собственная. Я ошибаюсь, или вы действительно нахал? Ну что в этом плохого, если хочу вам помочь? Вы хотите мне помочь? Прекрасно. Но судя по этой комнате, вам особо нечем похвастаться. Поэтому сделайте милость. Помогите для начала себе сами. Зачем мне себе помогать? Я абсолютно счастлива. У меня миллион разных планов. Да, каких, например? Например? Да. Вот сейчас мы с вами готовим настоящую программу. Я бегаю по всему Нью-Йорку в поисках какого-нибудь недорогого чердака, чтобы оборудовать его под студию, потом сдавать балетным классам. И наверняка я еще буду шить костюмы для балетной постановки. Ничего из этого не выйдет. Ну, значит, я придумаю что-нибудь другое. Слушайте. Вы что ко мне пристали, а? Вы почему меня изводите? Хотите знать правду? Да, пожалуйста. Вы мне кажетесь занятной. Жизнь такая короткая штука, а вы прожигаете ее, как пьяный моряк на стоянке в порту. Ну, значит, можете потратить части на меня, хотя я не добавлю в вашу жизнь ничего, кроме неприятностей. Да и мне незачем брать на себя ответственность за такую маленькую изобретательную дурёху вроде вас. Что такое? Что значит маленькую, умник, а?
неискушенную, наивную. Идите вы к черту! Я 16 лет живу одна и уже снимала себе комнату. Гриныч, Пилыч, для чего, как вы думаете, чтобы в куклы играть? А? Столько слов! На самом деле вы просто боитесь. Скажите, вы с ним спите? С кем? С мистером Америка, с Ларри. Он танцовщик. Это я знаю. Мы с ним дружим. Это я тоже знаю. А может, вы сами такой? Какой такой? Ну, гей. Так, знаете что? Что? Да, нет, что? Ну, нет, это уже как-то слишком. Я... Значит... Значит, у вас сейчас никого нет? Абсолютно никого. Я свободна, как птица. Надо же. Я тоже. Год. Где же вы были? В тюрьме? Если мы с вами не пойдем дальше, то нам лучше остановиться. А то он сказал, что мы не пойдем дальше. Так вот, вы съешьте еще печенье, чтобы успокоиться, и потом вам, наверное, лучше уйти. Уйди. Да, пожалуйста. Вот это вы имели в виду, когда сказали, что необдуманные шаги могут вывести на правильную дорогу. Нет, я имела в виду совсем другое. А куда мне идти? В комнату без радио? А радио стоит $19. А как недорого оно стоит? Странно. Мне показалось, что вы пригласили меня остаться на всю ночь. Для чего? Для того, чтобы радио мне с вами всучить, да? Знаете что? Даже с Господом Богом я не лягу в постель в первый же день нашего знакомства. За кого вы меня вообще принимаете? Во-вторых, вы тут все время ходите. У меня просто в глазах уже все мелькает. В-третьих, я ненавижу сигары. В-четвертых, ну вообще-то это во-первых. Я вам выкладываю про себя буквально все. Вы про себя ни слова. И чего ради я лягу в постель с каким-то непонятным типом, про которого ровным счетом ничего не знаю, а может быть он маньяк-убийца? Да, я задыхаюсь здесь, в этом цементе. Где? Здесь, в этом городе. За целый месяц я не перекинулся словом ни с одной живой душой, пока не позвонил Оскару, а ведь мы друг друга всегда терпеть не могли. Все, кого я здесь знал, они давным-давно переехали куда-нибудь в Ванкувер, Коннектикут, за Полярный круг, куда угодно. Я уже... Стер ботинки в местных музеях, я протер штаны в местных киношках, где показывают эти дурацкие фильмы. И клянусь ей богу, если когда-нибудь я буду прогуливаться по одному из здешних прекрасных мостов в одиночестве, я сигану через перила. Каждый вечер я расталкиваю мусорные баки, когда плету свою комнатушку за $21 в месяц. Где когда-нибудь я просто не проснусь от этого мусорного угара, и утром найдут мой труп. И да, я не могу позволить себе радио за $19. Почему? Потому что я приехал сюда с $500 в кармане. И живу сейчас на 3,5 в день. А сегодня истратили на меня 16,80. Хотел пустить пыль в глаза. Кому? Мне? Себе. Сегодня мне стукнуло ровно 33 года, поэтому я купил себе сигару за доллар.
Простите, что я вас здесь надавил. У вас сегодня день рождения. Погодите, ну что вы делаете? Не трушите! Почему вы сразу ничего мне не сказали? А то что бы вы сделали? Вы бы мне что-нибудь подарили? Конечно. Спасибо большое, только мне не нужны подачки от шальных беспризорных девчонок. Даже таких симпатичных, как вы. Подачки? И впредь. Никогда не выгоняйте мужчину после того, как намекнули ему остаться на всю ночь. Это как-то не женственно. Прощайте. А что вы по-вашему сейчас делаете? Что? Клянчите подачку, вот что. Это вы кому? Мне говорите? А кому еще? Я такой бедный, несчастный, клопы. Найдут мой труп. Клопы найдут мой труп? Да, если прямо сейчас я не рядом с вами в эту постель, вы пойдете чем-то там задохнетесь и найдут ваш труп. Да кто вам вообще сказал такое? Вы. Вот вы сказали прямо там, стоя у этой табуретки. И что, вы считаете, что я весь вечер так разговаривал? Первое, что я от вас услышала по телефону, это помогите мне, верно? Да, просто я думал, что вы и я, мы можем как-то... Помогите мне! Помогите мне! Я сказала, конечно. Я не жалуюсь, я ко всему привыкла. Но почему вы ведете себя так со мной? Вы все время орете на меня! Я что, сказала что-то обидное? Нет, просто я вспомнил одну историю, которая произошла 13 лет тому назад. Я шел по студенческому городку Небраского университета с прекрасной темно-рыжей девушкой. Ее отец был тогда не последней спицей в колеснице государства. Так вот, за последнее лето мы с ней достаточно сблизились. Я должен был ей сказать, мне нужно бросить обучение. Нет денег, нечем платить, нет родных. Следующий день моего рождения, был самым счастливым днем в моей жизни. Мне дали стипендию имени Джорджа Норриса. Я смог продолжить обучение, стать адвокатом, а эта девушка, она стала моей женой. У вас есть жена? Была. Она меня бросила. И вас тоже. Да, и меня тоже. Так вот, перед самой свадьбой я узнал, что стипендию мне дали только под нажимом Люциана. Ее отца. И знаете, что я сделал? Что? Ничего. Я выклянчиваю подачки, всю жизнь выклянчивал, никогда этого не понимал. А вот сейчас понял. Простите. Постойте, не уходите. Может, вам остаться? Остаться? Ну, да, если вам опостылила ваша кровать, ваша комната, если вы не хотите возвращаться сюда в свой день рождения, то оставайтесь здесь. Вот, а я улягусь на площадке в кухне, а вы здесь. Нет, нет, остаться здесь и выставить вас вон я не могу. Почему вон? Я на той кушетке прекрасно упаковываюсь, а вы вот смотрите на себя, какие у вас длинные ноги, и правая вон, и левая. Да, обе. Хорошо, только я, знаете что, я оставлю вам свою простынь. Только она чистая, свежая, уборная там на лестнице. Дети, спасибо вам за приглашение, нелепо, правда, как-то. Ну чего ж тут нелепого? У вас паршивая кровать, клопы. Завтра вы проснетесь, пойдете... Купите керосину, потравите к черту всех клопов. Гитлер, вы... Вы замечательная девушка, Гитлер. Вы тоже. Замечательная девушка? Но вообще-то я предлагал разделить постель с вами. А я вам предлагаю только одно... Следует выспаться и на утро намного легче. Да, намного легче, безусловно. Гитлер, послушай, я... Я ничего не слышу, у меня руки заняты. Возьми, сумасшедший. Гитлер, ну согласитесь, что с моей стороны это было бы просто моральной слабостью остаться здесь у вас после всего того, что мы друг другу... Прекратите. У вас сегодня день рождения. Считайте это моим подарком. Кровать с матрасом за $69 без клопов. И что, мне в самом деле остаться?
Слушайте, ну не морочьте вы мне голову. Вы хотите остаться или нет? Я целый месяц не был в комнате, где бы пахло человеческим жильем. Конечно, хочу. Ну и оставайтесь. Чертовски неловкое положение какое-то. А я вот тут что, подумала? Так ведь день рождения. Thank you.
вот насчет холодильника. Мне кажется, что вы зря отдали его тому незнакомому балуису. Послушайте, Гитлер, если вы не перестанете раздавать свои вещи направо и налево, то ко дню страшного суда вы рискуете остаться без холодильника. А с моральной точки зрения, так это вообще черт знает что такое. Ой, вы живы, здоровы. Я звонила вам 2 или 3 раза, но никакого ответа. Да, я исследовал новый мост в Куинсборо, с него открывается прекрасный вид для прыжков в воду. Но я не об этом, Гитлер. Сегодня я от вас сбежал. Представляете, я заметила. Скажите, а что заставило вас изменить своему железному правилу? Я не могла устоять перед вашей ослепительной шляпой. Вот как, нужно было оставить ее у вас. А я думал, что здесь что-то другое. Что? Вы ведете себя как касса взаимопомощи. Вот в этом ваша проблема. А моя проблема, оказывается, заключается в том, что моя жена слишком хорошо меня знает. И вы своим поведением зажгли такую свечу на моем именинном пироге, что она мне осветила весь обратный путь прямо до города Омаха, в штате Небраска. Как это? Тесс. Насколько я помню, ее зовут Тесс. Она тоже душила меня своей чуткостью. Нет, в этом не ее вина. Мне не нужно было поступать в юридическую контору ее отца, я поступил, мне нужно было отказаться от того прекрасного дома, что он нам подарил, я не отказался. И вот это отравило нам жизнь. Мы жили как боги, совершенно не задумываясь, что на свете существует такая вещь, как верность. Я разыгрывал героя перед чьей-то женой, неважно чьей, она сейчас выходит замуж за моего однокурсника, который... Ну, в принципе, это тоже не важно. Послушайте, Гитлер, сегодня вечером я вдруг понял, что вся моя жизнь, она состоит из подачек, и вот... От последней я решил отказаться. От вас. Я думала, тут что-то другое. Что, например? Мне показалось... Ну, что вам показалось... Что я недостаточно привлекательная. И все-таки вы позвонили мне 2 или 3 раза. Только 2. А? Почему? Ну, вы так внезапно исчезли, я о вас беспокоилась. Гида, я открою вам 2 правды. Первая правда, вы чертовски привлекательная девушка. Вторая правда заключается в том, что вы очень дешево себя цените. Нет, неправда. Да нет, правда, правда, иначе бы вы намного чаще возмущались. Чем? Многим, например, сейчас, почему вы не отругаете меня за то, что я вам звоню в такой час? А какой сейчас час? Я не знаю, для чего-то там 5. Ну давайте, накричите на меня, Гитель, это же неуважение к вам. Звонить вам, будить вас на рассвете. Ну давайте, Гитель, нужно упражняться, протестовать, возмущаться, ну! Джерри, вы с ума сошли? Вы звоните мне в 5 утра, чтобы поругаться? Нет. Я хотел спросить. Хотите ли вы попробовать стать половиной пары? Джерри. Пожалуйста, не начинайте все сначала. Нет, нет, вы меня не так поняли. В этот раз все по-другому. В этот раз только на моих условиях. Я больше не хочу никаких подачек. Чего же вы хотите? Я хочу заботиться о вас и о вашей язве. Разрешите мне это сделать? Я? Вы... А почему вдруг? Ну, я не знаю. Просто мне показалось, что я могу быть вам чем-то полезен. И, правда, не такой уж я и сокровище, все еще занят этой гражданской войной. Знаете что, я с удовольствием бы вам рассказал эту печальную историю, если бы вы согласились со мной позавтракать. Где? Здесь. Вы приедете? Дело в том, что в 8:15 мне будут рвать зубы, я буду плеваться кровью прямо в завтрак. Но вы приедете? Конечно. Прекрасно. А я буду о вас заботиться. Скажите, а что нужно делать, когда из десны идет кровь?
О, что идет кровь? Нет, вы все-таки чудачка, это я о вас говорю. А, да ничего, пойдет, перестанет. Вот, я так и знал, что нам понадобится это чертов ледник. Ладно, придется положить лед в раковину. Зачем? Вы будете прикладывать его к щеке. Решили взять быка за рога. Да. Сегодня первый день моего 34-го года жизни, и я чувствую себя как жаворонок на заре. Ну, все. Спите спокойно. С ума сойти. Ага. Спите спокойно. Звонила поздравить с днем рождения. Не смей отталкивать меня, негодяй. Я все еще люблю тебя, храни Господь нас обоих. Это правда. Тесс. Цыпленок. Да, да, и картошка, и салат, и вино на льду. Вино на льду. Что мы пропиваем в наше поместье? Оно дешевое. Купила со скидкой всего 69 центов за бутылку. Наверное, оно слишком старое, да? Что тебя смешит? Ты, детка, господи, ты повесила занавеску, роскошная вещь. Ой, ну а что ты думаешь? Я хожу сюда, любоваться на тебя. Да, за две недели ты превратила этот хлоповник в настоящий музейный экспонат. Что в газете? Там же то же самое. Два убийства, 4 похищенных автомобиля. Нет, нет. Я спрашиваю, что ты принес в газете.
Не все сразу. Па-дам, па-да-дам, па-дам, па-дам, па-да-да-дам, па-дам. Твои нитки! Спасибо. Ты видел Фрэнка Талмана? Да, а вот это я принес к чаю. Соевый пудинг без соли, без сахара, без запаха, без смысла. Страшно полезная вещь. Держи. Спасибо. Что он сказал? Потом расскажу. А вот это от меня тебе. Кусочек луны с неба. Подарок? Не, просто кусочек луны. Держи. Мыло. От меня плохо пахнет. Мне нужно помыться, да? Какая замечательная догадка. Нужно будет тебя все исследовать. Нет, ну в самом деле, почему ты даришь мне кусок мыла? Мадам, взгляните, что написано на коробке? Шанель номер 5. У вас в руках мыльные пузыри ценой в $2.5. $2.5 за кусок мыла? Ну, это не я полоумная, как считает один из нас. Только не смеем мыться, мы будем его есть ложками. Мы не будем есть $2.5. Будем, даже целый пир устроим, кстати, как поживает твой живот. Хорошо. Выпила таблетку, все как рукой сняло. Не все сняло, немного осталось. Чего осталось? Живота. Ты хочешь сказать, что я слишком толстая? Ну что ты, совсем наоборот. Хочешь сказать, что я слишком тощая? Ты священный сосуд женственности, с гордо изогнутым носиком, прекрасными округлостями корпуса и изящно изогнутой ручкой. Сосуд. С носиком и ручкой. Я чайник. Со свистком. Да, кстати, тебе-то звонили по международной. Обещали снова перезвонить. Кто звонил? Твоя жена. Ой, это ее любимое мыло, да? Я не знаю. Я редко ей делал подарки, у нее и так всего было вдоволь. Несу в ужин. А когда она звонила? А вскоре после того, как я сюда пришла. Обещала перезвонить снова в 8 часов. У нее, видимо, уйма лишних денег. 2 междугородних разговора за один вечер. Ну, я всего лишь один раз заказываю междугородний разговор. Это голос. Город Телесси в штате Флорида. Мы тогда с Волей только что поженились, и у него была там работа. Вернее, он мне так сказал, что у него там работа. Я случайно узнала, что это та рыжая, но я не рухнула, я взяла и позвонила ему туда. Гитлер, я не буду с ней разговаривать. Я не хочу. Ну вот, когда я действительно рухнула, это когда получила счет за этот телефонный разговор, понимаешь? Гитлер, я не буду с ней разговаривать. Ладно. Ты не принесешь вина? С удовольствием. Давай напьемся вообще сегодня на все 60 с чем-то там центов. У нас сегодня есть повод. Па-дам, па-да-да-дам, па-дам. Чем-то расстроена? Нет. Это из-за того, что я не хочу говорить по телефону, да? Но я же уже сказал, что все это давным-давно умерло и похоронено, гроб опечатан, памятник оплачен. Я не хочу ворошить эту могилу. Давай поговорим о чем-нибудь приятном. Например, как продвигается подготовка твоей концертной программы? Ты называешь это приятным? Да, почему? Да, я ходила смотреть этот чертов чердак. А этот подонок, он, конечно, готов его сдавать, но только с оплатой за 2 месяца вперед. Ну, где мне взять такие деньги? Отличная была бы студия, разве что на Рокфеллера. Зачем тебе Рокфеллер, если у тебя и так есть целое состояние? Где? Перед тобой. Я же говорю, у меня сегодня был длинный разговор с Фрэнком Таубманом. Ну, и что он сказал?
Он сказал, что поскольку у меня нет права заниматься адвокатской практикой в Нью-Йорке, я могу заниматься подготовкой дел для адвокатов. Так что завтра мы пойдем, детка, к твоему подонку и внесем плату за 2 месяца. Из каких таких денег? Оплата сдельная, сегодня я уже работал, так что мы скоро деньгами будем стены обклеивать, детка. Джерри, я тебе очень благодарна. Ты не волнуйся, я обязательно сама сниму себе этот чердак, когда найду работу. Молчит. Кто? Телефон, говорю, молчит. Да. В кондитерской Шрафта нужны девушки. Завтра пойду туда. К Шрафту столики обслуживать? Ну уж нет. А что? Я работала там прошлым летом, отпускала конфеты. Правда, поправился на 7 фунтов, но там такие вкусные конфеты. Ты знаешь, сколько я могу зарабатывать у Таубмана? 1000 в неделю, поэтому не нужно идти к Шрафту. Конфеты я буду покупать тебе просто так. Что ты имеешь против Шрафта? Так, истец за Шрафту отвод. Цыпленок сказочный. Как тебе удалось придать ему вкус джина? Джином. Сказочный, ты умеешь шить, ты умеешь готовить. И так, кто собрал свои корнишоны? Ты их любишь? Ничего. Тем более, кое-кого всю ночь живот болел. Ты сам сказал, что корнишоны твоя слабость. Да, это моя слабость. Твои кишки это тоже. Моя слабость. А они могут их продырявить. Сколько ты съела? 3. Угу. Держи 10-й и ни одного больше. Я их тоже люблю. Это вредно для тебя. Зато я принес тебе кое-что взамен. Крахмал. Он поглотит все твои кислоты. Оказывается, я тут прочитал целый медицинский трактат о твоей язве, и оказывается, что ты просто не знаешь, куда девать свои кислоты. Да, поэтому давай, детка, жуй то, что тебе полезно. Давай. Молчит. Что? Телефон молчит. Да. Я тут подумал, что даже уже не помню, как звучит ее голос по телефону. Какой у нее голос? В смысле? Я прошу тебя, не надо начинать это в смысле. Я просто спросил, как звучит ее голос по телефону. Очаровательный. Женский голос. Если хочешь послушать, поговори с ней. А ты этого хочешь? Вот интересно, почему ты этого хочешь? Почему нет? Ну, потому что мы сидим здесь с тобой вдвоем. Ты и я, этот замечательный цыпленок, вкушаем плоды в райском саду. А это значит, что вот эти 1200 миль телефонного провода что? Змея. Зачем нам пускать себе змею, когда мы только что на силу избавились от клопов? Почему ты ее так ненавидишь? Так я ее не ненавижу. Ну, серьезно, детка, если ты танцовщица, нужно что-то делать. Годы-то идут. Ну да, я танцовщица. Я знаю. Поэтому пойдем завтра снимем тебе этот чердак. Будешь заниматься подготовкой концертной программы, я буду заниматься подготовкой дел для адвокатов. Ты адвокат? Угу. Будешь заниматься подготовкой дел для адвокатов. Буду искать для каждого из них прецедент. Как это? Это когда один стручок подает суд на другого стручка. Судья не знает, кто же из этих двух стручков в Стручкове. Пока не выяснится, как же решилось такое же дело, таких же двух стручков в 1880 каком-то году. И что, это интересно? Это ужасно.
Ну, если у тебя нет особой тяги к пыльным адвокатским архивам. Но я же не собираюсь заниматься этим всю свою жизнь. Я могу выступать в суде, как только сдам этот квалификационный экзамен. Так сдавай, чего тянуть? Я боюсь, детка. Я здесь даже правил уличного движения не знаю, не то что законов, а в каждом штате они разные. По крайней мере, можно вызубрить. У меня уже возраст не то, чтобы вызубрить. Да, возраст, ты что? Вот только что прочитала в газете. Одна бабушка пошла учиться, знаешь, куда? В Нью-Йоркский университет. Так у нее 11. Так, стоп, остановись. Как тебе это удается? Что? Мы начали с того, что я собираюсь помочь тебе. Через минуту ты уже тащишь меня за уши в коллегию адвокатов. Как? Зачем мне помогать? Я абсолютно счастлива. Вот как прекрасно. Но ведь тебе все равно придется сдавать этот экзамен. Нет. И что, ты будешь сидеть все это время со своими стручками? Ладно, иди ко мне, я сейчас все объясню. Вот это Кливенджер. Гражданское право штата Нью-Йорк, которого я не знаю. Оно состоит вот из этой книги, еще из целой библиотеки точно таких же книг. Сдавать гражданское право в Нью-Йорке, знаешь, что это такое? Это тебе распиливают череп, а потом ковыряются там руками. Вот чего в тебе предостаточно, так ты неуверенности в себе. Прекрасно сказано. Вот я не понимаю, ты же ведь был известный и блестящий адвокат в этой своей Неваде. В Небраске, дед, в Небраске. Ну какая разница? 1200 миль. Но все равно же известный и блестящий. А ты без всякого мыла пахнешь на 2,5 доллара. Мы никого к себе не впустим. Угу. Я не могу, я обещаю. Вот так, лучше? Алло? Брось трубку, сейчас же! Брось трубку, я сказал! Это Ларри! Села ужинать. Да. Перезвоню. Детка, прости, я на тебя накричал. Что эта стерва тебе сделала? Стерва? Помогла мне окончить юридический факультет, вышла за меня замуж, поддерживала меня в трудные минуты моей жизни, любила так, как никто никогда не любил, и вряд ли, наверное, полюбит, поэтому она не стерва. Не нужно ее так называть, хорошо? Ты поэтому избежала из Небраски, потому что она такая замечательная? Нет, просто я не мог находиться с ней, с ее женихом в одном городе. То есть ты убегаешь и улепетываешь от них, куда глаза блестят? Если для тебя начинать новую, совершенно иную жизнь, значит улепетывать, то да, я улепетываю. Так пора остановиться. Ты в Нью-Йорке, дальше Атлантический океан, ты уперся. Я больше никуда не бегу. Бежишь. Почему ты не хочешь поговорить с ней? А ты хочешь этого? Давай, потребуй. Может быть, ради тебя я это и сделаю. Давай, ты хочешь, чтобы я поговорил с ней по телефону, да или нет? Она твоя жена. Да или нет? Телефон тоже твой. Да или нет? Я? Нет. Прекрасно. Ты хочешь, чтобы я остался работать у Фрэнка Таубмана? Нет. Тогда чего ты хочешь от меня, черт возьми? Ничего. Я от тебя вообще ничего не хочу.
Так, дай сюда сигарету. Это вредно для тебя и для твоего желудка. Ой, мы с моим желудком столько лет вместе прекрасно живем. Знаешь что? А мне надоело это дурацкое занятие. Какое? Ухаживать за тобой и за твоим слабым здоровьем. Да черта с два, но у тебя слабое. Ты крепкая, как стальной канат. И живешь ты совершенно не прекрасно. Ты все время обманываешь сам себя. День за днем ты мечешься в поисках какой-нибудь подработки. Хватаешься то за одно, то за другое. Мечешься от одного мужчины к другому. Они все сбегают от тебя куда-нибудь в город Телесси. Может, ты еще и билет ему сама купила? Господи. Ты купила ему билет. Ты оплачиваешь дорогу, и всякая мразь норовит проехаться на дармовщину. И ты удивляешься, почему эти прогулочки под луной заканчиваются так быстро. Я тебе объясню, почему. Потому что когда человек протягивает тебе руку, ты кладешь в нее подаяние. Да лучше бы ты плюнула в нее. Они берут все, что им от тебя надо, и сбегают где-нибудь на следующей же станции. Сколько их переспало с тобой по дороге, а? 25, 50, 500, сколько? Это не шутки. Ты не девочка, ты на грани кошмара. Ты одна на всем белом свете. И никому нет до тебя дела, кроме меня. Никому, поэтому я прошу тебя, Гитель, пожалуйста, не надо плевать мне в руку. Даже если ты не понимаешь, насколько она тебе нужна. И хоть раз в жизни возьми и потребуй чего-нибудь от человека по-настоящему. И может быть тогда ты получишь то, чего ты даже не ожидал. Ты поняла меня? Ты блестящий адвокат, Джерри. Зря ты скромничаешь, ты можешь прямо сейчас давать этот экзамен. Ты ни черта не поняла. Я все поняла. Я говно собачье. На месте присяжных заседателей я бы уже давно убегла себя за решетку лет на 25, да? Тебе необходимо нуждаться в чьей-то поддержке. Ты меня слышишь? Извини, мне больно. Тебе необходимо нуждаться в чьей-то поддержке. Ты меня слышишь? Не закричишь. Помогите! Дура. Сейчас сюда кто-нибудь прибежит. Не прибежит нам в Нью-Йорке. Мне надо просто убегать от тебя, уносить ноги, пока ты меня не сбил. Ты сбил? Избил. Это то, чего ты ожидаешь от всех своих любовников. Избил. Если ты такой смелый, почему же ты не поговоришь с ней? Если ты такой сильный, чего же ты боишься? А ты хочешь этого? Я не знаю. Я этих твоих книжек-то не читала. Я не хочу подставлять свою голову под удар. Знаешь что? Я обязательно найду себе работу. Я все равно найду себе работу. Я не понимаю, но неужели это... преступление какое-то только потому, что я... Прости меня, пожалуйста. Я не знаю, зачем я все это наговорил. Хоть плачь, хоть кричи. Вот на кого я могу еще положиться, кроме себя самой? На меня. На тебя окажешься в самой глубокой дыре. Надо искать Небраска. Да. Да, это Джерри Райан. Хорошо. Здравствуй, Тесс. Нет, ни в прошлый, ни в позапрошлый раз просто не хотел с тобой разговаривать. Сейчас я говорю, потому что меня об этом очень попросили. Это что, женская интуиция? Да, она. Я зовут Гитель, Тесс. Очень, Тесс. Очень. По поводу развода. Какая жалость, что я не могу защищать твои интересы в суде. Для меня бы это было сущим удовольствием. А для себя я бы нанял лучшего адвоката в Нью-Йорке, чтобы выкачать из твоего папаши как можно больше денег. Да пусть он запихает их себе в сейф. Если мне понадобятся деньги, я их заработаю.
Да, у меня есть работа, я сегодня договорился, у меня есть жилье, у меня есть девушка, у меня все для того, чтобы начать новую жизнь. Поэтому скажи Люциану, пусть присылает документы когда угодно, я все подпишу. И я не буду протестовать против развода. Я не намерен Вам придется со своим женихом довольствоваться как-то друг другом. Неужели думаешь, что возив человеку нож в спину, ты можешь оставить по себе хорошее воспоминание, Тесс? Господи, Тесс, ты звонишь мне с другого конца континента для того, чтобы рассказать мне о мебели? Если дом полон признаков, давай сожги его к чертям собачьим! А страховку поделим пополам. Я не бесчувственный, я просто не хочу, чтобы и меня преследовали призраки, Тесс. Тесс, ну я прошу тебя, ты же уже сделала свой выбор. Перестань держать рукой мое сердце, Тесс. Повернись, посмотри на меня. Я знаю, тебе больно, не нужно этого сказать. Что? Ведь ты нужна мне. Мне нужно ухватиться за твою руку. Без тебя как я буду жить? Что я буду строить? Зачем? Ведь я же здесь как в тюрьме. Во мне что-то надломилось. Но скажи, что я тебе нужен. Хотя бы для того, чтобы снять этот чертов чердак. Конечно, мне больно. Нет, ты никогда не скажешь, что я держу рукой твое сердце. Гитель, ну сделай хотя бы шаг мне навстречу. Иными словами, пойти с тобой посмотреть этот чертов чердак. Я буду ждать.
пожалуйста, передайте ему, что мне очень плохо. Как тебе. Ты что, надралась? Не дожидаясь Рождества. Ну да, перебрала немного. Весь вечер меня мучила эта жажда. Я не переставала думать. Вернее, не думала перестать. Хорошо, давай покончим с этим сразу. Кто был тот борец? Кто? Какой борец? Тот с бычьей шеей, который только что тебе сюда привел. О, это не борец. Это современный художник, друг. Да? Поцеловала ты его на прощание тоже из-за любви к современному искусству? Откуда ты знаешь? Потому что я был в двух шагах от вас, может быть, еще меньше. Милый, ой, зажги, пожалуйста, газ. Я чудовищно замерзла. Вообще-то я его не целовала. Он меня сам поцеловал. Хватит тебе, ты и так влюблена. Дай сюда. Дай сюда. Это вода. Вода. Ты мне не веришь. Не верить? Ты пробыла его в подвале на блике стыд целый час. Что он там тебе показывал? Гениальные картины? Гениальные фильмы войны? Ну что? А что ты сейчас видишь на моем лице? Ты видишь там свою судьбу? Нет, я вижу там твою судьбу, и она не такая, как бы мне хотелось. Я вижу тебя растоптанной. Ты этого добиваешься, да? Ну, я выпила всего рюмок 6 лишних. Вот теперь весь мир перевернулся, да? Может быть, мой мир, да, потому что, если честно, распутье от тебя зависит, куда я поверну свою жизнь. Ты тоже на распутье, но ты с удовольствием наблюдаешь, как твоя жизнь стекает в унитаз. Тебе на это наплевать, да? И на меня тебе наплевать, и на себя тебе наплевать. Скажи мне, Гитлер, между вами что-то было? Мы с тобой оба знаем, что я тупица. Говори проще, чтоб всякая нормальная тупица тебя поняла. Хорошо, еще проще. Вы с ним переспали? Он, может быть, со мной и переспал, но я с ним точно нет. Гири, ну зачем ты пила, скажи, а?
Ты сам пошел на вечеринку к этому Фрэнку Татману. И что, только из-за этого, что ли? Очень нужно было туда идти. Да не пошел бы я на эту вечеринку, если бы не вся эта канитель с бумагами и замахом. И ушел я оттуда сразу, как только смог, для того, чтобы зайти за тобой к Софи. И тут я выхожу, вижу, выходишь ты, вся такая довольная, хохочешь, как будто тебя щекочет. Конечно, я же надралась. Ты не надралась, ты спустила на собой в унитаз, это уже не из-за вечеринки Фрэнка Таубана. Сядь! Я с тобой разговариваю. Когда со мной что-то происходит дважды, я должен понять, что не так на этот раз. Чем ты недовольна? Что я сделал не так? Я недовольна. По-моему, это ты недоволен. Да, разве ты не давал мне повода для недовольства? Знаешь что? Не отвлекайся от сути. Это и есть суть! Я говорю о тебе и себе, я говорю о нас! А я говорю о твоей жене. Вот, хорошо, давай. Давай поговорим о ней. Она, кстати, тоже о тебе спрашивала. Ну, что ты хотела о ней сказать? Да, вот, я тут увидела телефонные счета за международные разговоры. За прошлый месяц. Штат Небраска $18. Штат Небраска $23. А что же ты мне сразу не предупредил, что вы чемпионы мира по телефонным разговорам? Гитлер, я просто не хочу бросать ее сейчас одну. Ей сейчас трудно, понимаешь? А кому легко? Джерри, вот я тебя очень прошу. Вот ты, пожалуйста, ты можешь сейчас уйти? Уходи. Уходи мне. У меня очень болит голова. Значит... Так, да? Я изменяю тебе со своей женой по телефону, а мои телефонные счета толкают тебя в постель этого жука? Как у жука там, а? Жук. Жук! Я и говорю, жук. Слушай, а ты никогда не задумывалась, что ты просто вынудишь меня кинуться на центральный вокзал и купить себе билет до самого? Может, ты этого добиваешься? Хочешь избавиться от меня, чтобы потом рыскать по Нью-Йорку в поисках штанов, с которыми не успела еще переспать? Ведь ты так и осталась в Нью-Йорке! Ладно. Завтра доливаем, наругаемся, когда ты, по крайней мере, будешь держаться на ногах. Я тебе больше не нравлюсь, да, Джерри? Я тебя ненавижу. Разве это недостаточно страстное чувство? Иди ко мне. Да? Да, это величайшее одолжение в мире. Сделай милость, прими его. Сама справлюсь. Давай. Ты меня не ненавидишь. Тебе меня просто жалко. С чего ты взяла, что ты такая жалкая? Видел бы ты меня на этом чердаке. А как я все жду, жду. Когда придут эти движения, а вот они все не приходят, не приходят. Вот ты тогда бы убедился, насколько я жалкая. Понимаешь, в чем дело? Ты думаешь, у тебя нет таланта? А если я не танцовщица? Ну вот что я такое? Ты поэтому и сходишь с ума. Слушай, хочешь кофе? Я сварю. Нет, ни в коем случае. Знаешь, что тебе нужно? Тебе нужно принять рвотное, чтобы желудок прочистить. А где у нас? Где у нас товарищ? А почему ты все время говоришь о моем желудке? Я не прошу тебя говорить. У меня что, вообще других прелестей совсем нет, да? Я прошу тебя, пожалуйста, успокойся, я говорю, собираюсь. Я просила тебя уйти. Я тебя прошу, уйди, уходи, убирайся! Мне не нужны твои чертовы одолжения! Очень жаль, что не нужны...
Дитя, тебе, конечно, нужно проспаться, но будет лучше, если ты сделаешь это под одеялом. Гитлер, мне уйти? Или остаться? Уйти. Газ выключить или оставить включенным? Оставить. Гитлер, скажи, тебе хоть что-нибудь от меня нужно? Нет. Конечно же, нет. Сегодня звонил домой. А, ну и что она тебе доложила о себе на этот раз? Я не с ней разговаривал. Я не получу необходимые бумаги из суда, если не попрошу Люциана надавить на кого следует. Так вот, я позвонил ему. Но у меня язык не повернулся его о чем-либо попросить. Я не хочу возвращаться к прежнему. Ура! Ура! Только это ура означает, что я не поступлю в Нью-Йоркскую коллегию адвокатов даже с рекомендацией Фрэнка Толмана. Но я адвокат, я хочу заниматься своим настоящим делом. Я должен вырваться из этого пыльного архива судебный зал, а передо мной как будто стена сплошная стоит. И единственный выход – это сдавать этот дурацкий экзамен в марте. Ну, конечно, сдавай, не думай ни о чем. Мне страшно. Я всю свою профессиональную жизнь провел под крылышком Люциана. Я не знаю, есть ли у меня что-то здесь, чтобы работать самостоятельно. А если у меня не получится, что тогда? Я делаю ставку на этот экзамен. Я делаю ставку на все. А что, если у меня не получится? Но ведь другого выхода все равно нет. Ну, можно жить там, где я имею право на адвокатскую практику. Ты хочешь вернуться? Да? Я слушаю, говорю. Возьми трубку. Я не буду ни с кем разговаривать. Возьми. Возьми чертову трубку, я сказал! Кто тебе звонит так поздно? Он? Да, нет. Кто? Так ты едешь или нет? Очень даже не может быть, потому что Таран идет работа, по которой я очень соскучился. Зарплата в 3 раза больше. И это очень соблазнительно для меня, что меня здесь может соблазнить. Ты, твою жопу, пинок в живот. Что? Почему ты ведешь себя как кровавая половинка, которую каждая скотина может много видеть? Когда? Что когда? Когда ты едешь? Знаешь что, давай, не надо устраивать мне бегство в город Тбилиси. От меня не так просто избавиться. Но ведь мне тоже нужно позаботиться о своих планах. Давай, расскажи мне, я делаю свои планы. Давай, слушай. Первый план, второй, третий. Давай, я слушаю. А не подцепить ли мне Джука? А? Отличный парень. Знаешь, как он целуется? Он сначала нежно берет левую щеку, потом правую, по шее. Тебе еще не так надо было. Сколько? Что? Таблеток сколько? 2.
Почему ты не пойдешь к врачу, если ты так плохо себя чувствуешь? Ты знаешь, что он не скажет. Не нервничайте. Я больно тебе говорю. Очень. Из чего ты думаешь, сделала моя голова из консервной банки, что ли? Но ведь ты даже не извинился. Ведь ты же сама на это напрашивалась, верно? Верно. Ну, извини меня. Извини. Значит, ты никуда не едешь? Подожди. Ты не дала мне договорить. Дело в том, что с тех самых пор, как мы подали с тест на развод, с ней происходит что-то очень странное. Лиза даже думает, что она не выйдет замуж. У тебя есть шанс, приятель. Очень даже может быть. А я не знаю, что у меня есть, чего у меня нет. Зная, на чем я могу поставить крест, и что меня ждет в будущем, я даже не знаю, пришел я или ушел. Поэтому я прошу тебя, Гитлер, пожалуйста, помоги мне. Ладно, я скажу тебе правду. Знаешь, как я хотела пойти с тобой на эту вечеринку? Но ведь я не гожусь на такой шикарной компании, в отличие от нее, правда? Перестань говорить глупости. Я все прекрасно понимаю. Я знаю, какая я. Понимаю, какая я есть. Вот мой бывший муж. Он все время хотел поставить мне брекет, чтобы исправить мои отливы к зубам. А я вот ему сказала. Послушай, приятель. Вот, прими это, переживи, и попытайся жениться с моими двумя прямыми зубами. Ты прекрасна, неужели ты этого не знаешь? Только я не она. С первой минуты нашего знакомства ты все время думаешь о ней. Все время сравниваешь меня с ней. И все, что бы ты ей сделал для меня, ты это делаешь только потому, чтобы доказать что-то ей. Себе доказать, Гитлер, себе доказать. И Джерри. Когда я была девчонкой, мы с парнями целовались в подъезде. Так вот и теперь она у тебя внутри, а я у тебя только в подъезде. Ты никогда не впускал меня на... Но при этом все время говоришь, Гитлер, скажи, что я тебе нужен, да. Ты очень нужен. Но если ты хочешь, чтобы я легла перед тобой и сказала, давай, можешь вытирать от меня ноги, для чего, Джерри? Можешь мне объяснить, для чего? Джук, это дешевка. Я плачу копейки, получаю дешевку, но ведь ты такая дорогая коробка. А что я получаю взамен? Обертку. Ты мошенник, Джерри. Ты обсчитываешь меня. Хочешь сказать, что я требую полной отдачи и ничего не даю взамен? Разве этого я только это сказала? Значит, вот что произошло в этот раз. И в прошлый раз тоже, я ее обсчитывал. Это разве я сейчас о ней говорю? Хотя, да. Наверное, это то, о чем я говорю. Но... Это правда. Это истинная правда, я наполовину там. А я решила подцепить Джука. Понятно. Может быть, конечно, я и рвана половину. Но вляпалась-то я не одна, вляпались мы оба.
Нет, не оба. Все эти месяцы, детка, я говорил тебе, что ты живешь неправильно. Я хотел тебя переделать. Сейчас я скажу тебе совершенно иную вещь. Ты даже не знаешь, как правильно ты живешь. Ты дар. Дар с небес изредка, Господь, жалящийся над миллионом идиотов, Он посылает им одну такую гидру. И для меня тоже послал. Сколько бы у тебя не было мужчин, это ровным счетом ничего не значит. Я клянусь тебе, и пусть они пользуются твоей добротой, потом сбегают от тебя куда-нибудь. Они все равно вносят частичку тебя. Я говорил тебе, что ты прелестный. Я не внешность имел в виду, внешне ты прекрасный, это видят все. Под этой внешностью спряталась озорная уличная девчонка. Это видят некоторые, но если заглянуть глубже, там живет робкое, чистое, слегка сумасшедшее существо. Робкая, как маленький жеребенок. Но ты туда никого не пускаешь. Никого. Даже меня. Почему? Ну, значит, это не мое дело. Спасибо тебе за то, что ты мне дала. Она будет помогать мне жить долго, очень долго. Что дал тебе я? Себя. Этот дар наполовину фальшивый. Он толкает тебя в постель ко всяким лоботрясам. А тому же ребенку нужна нескудеющая рука. Не жука. И не моя. Да, мне нравится, что у тебя два кривых зуба. Ты знаешь, что я делала целый час в подвале у Джука? Я упала в обморок, когда обнаружила, что у меня кровоточит язва. Господи, почему ты не сразу не сказала? Господи. Я не хотела шантажировать тебя своей болезнью. Кого ты лечишь? Как его фамилия? Мне очень страшно, я боюсь. Доктор сидит в телефонной книге, это он звонил. Я просто не хотела, чтобы ты знал, Джерри. Господи, сумасшедшая, почему ты мне не сказала? Пожалуйста, отвези меня в больницу. Пожалуйста, не бросай меня, Джерри. Я тебя не брошу, ты же видишь, я рядом. Не бросай. Ты же видишь, я рядом, детка, я не брошу. Я рядом. Джерри, не бросай. Зайди в китайский магазин и кое-что тебе оттуда принести. Опять подарок. Ты да? Спятил. Да, это только после завтрака. У меня сегодня произошло небольшое недоразумение. Со старым трекером из-за лидерского контракта. Поэтому в офисе я должен быть ровно в час.
Ой, так это же 2 минуты назад. Да, поэтому если я потороплюсь, то немного опоздаю. А утро у меня сегодня выдалось грандиозное. Я так прижал к стенке этого старого крокодила, что он только рот разевал, как золотая рыбка. Ну а твой день как прошел? Так себе. Без тебя так себе. Все лежало? Ну, я уже была... поднялась, чтобы добраться до уборной. Значит, близится все-таки это грандиозное событие. Да, об этом будет объявлено по всем радиостанциям в последних новостях. Но я лучше завтра обязательно встану и доберусь до уборной. А знаешь, где мне сейчас больше всего хочется быть? Ну, наверное, в постели, иначе бы ты встала. На траве в Центральном парке. Понимаешь, вот здесь весна совсем не чувствуется, а ведь она уже есть. Детка, скажи, а что, скажем, если... В пятницу после 2 ты возьмешь и сползешь вниз по лестнице. Зачем? Я сегодня разговаривал с доктором Сигеном, он посоветовал тебе перемену климата, поэтому давай в пятницу после 2 ты сползешь вниз по лестнице, я заеду за тобой на такси, и мы отправимся в Центральный парк. А зачем мне должна менять климат именно в пятницу после 2? Потому что в пятницу в 2 часа закончится мой экзамен, детка. И я сам с удовольствием плюхнусь рядом с тобой на траву. Боже мой, какое счастье. Если закончится эта безумная гонка, и ты можешь остановиться, подойти ко мне, поцеловать и сказать «Здравствуй, Гитель». Здравствуй, Гитель! Хотя мне нет ни одной свободной секунды для этого. Здравствуй! А нужно еще посмотреть, что нам здесь пишет. Так, издательство «Харпер». Почему так хочешь, чтобы я приобрел все их издания из поликлиники? Счет за переливание крови. Там много. Сожги его после обеда на газовой плите. Секретариат окружного суда города Омаха. Что-то важное? А? Да нет, ну что, это обыкновенная юридическая жвачка, она у меня уже в последнее время из ушей лезет. Да, чуть не забыл. Я пустил Молли с ее учениками на чердак, она передала тебе чек. Па-дам! Ключ она оставит под дверью, я заберу его по дороге в библиотеку. Эй, ты столько делаешь для меня. Нет, ну ты должна встать сегодня же, иначе ты будешь лежать вечно. Вообще-то я потеряла целый литр крови. Что, я не слышу? Я потеряла целый литр крови. Да, я купил тебе 1,5. Неплохая прибыль. Моя экзаменационная программа. Что она здесь делает? Лежит. Лежит. Статья 53.9. Эбрак и разводные процессы. Ну что ж, придется вызубрить сегодня вечером. Подожди, Джерри. А спать когда? А тебе так уж кожа-то кости остались. Детка, я теперь мускулы! Одни сплошные мускулы. Боже мой, когда же закончится эта безумная гонка? В пятницу, в 2:30, старушка. В Центральном парке. Да, и с этого момента я буду всецело в твоем распоряжении. Надолго. Что ты говоришь? Я говорю надолго. Детка, прости, я не расслышал, что ты сказала. Я сказала, я люблю тебя. Мне ведь не надо этого говорить, ты и сам все знаешь. Ладно, я не буду повторять это слишком часто, так, 1-2 в неделю. Ну, для меня не может быть этого слишком часто, у меня от этого мускулы нарастают. Выходит, заболев, я оказала величайшую услугу твоим мускулам. А знаешь что, мои мускулы обошлись бы как-то и без твоей помощи. Вот величайшей услугой с твоей стороны будет, если ты выздоровеешь. Встанешь на ноги. Слушай, а что скажем, если вдруг ты возьмешь и перед едой встанешь, пробежишь несколько кружочков так, чтобы аппетитно гулять? Не надо, он у меня и так есть. Понятно? А вот ты ел? Я приготовил бутерброды, перекушу в кондоле. Джей, ну бутерброды это ерунда. Если еще и ты заболеешь, то нам обоим крышка вообще. Детка, я не собираюсь болеть даже для того, чтобы составить тебе компанию в этой прекрасной постели. Ешь. Спасибо. Джей,
нахожусь своим положением, но... Наверное, конечно, пользуюсь, но все-таки... Обо мне никто никогда так не заботился. И это ослабляет мою волю. И укрепляет мою. Я уже так привыкла видеть здесь твои галстуки. Мне их очень будет не хватать. Глупая ты голова. Для чего же я собираюсь сдавать экзамен здесь? Я хочу жить здесь, работать здесь, заниматься своим настоящим делом. А я боюсь, что будет потом. А что будет потом? Да, потом, потом. Все твои галстуки вернутся к себе. Я встану на ноги, выздоровлю. И все, утюг. Ешь, пока не остыло. Так, вот эта вещь пусть напоминает тебе обо мне до 6 часов вечера. Падам! Какая красота! Нравится? Да. За такие подачи я всю жизнь готова валяться в этой постели. Так, только попробуй. Да, есть еще кое-что. Я тут... начертал письмо своему домовладельцу. Ну и что ты ему начертал? Ну, подойди, прочитай что-то. Ты что, отказываешься от комнаты? Сама увидишь. Все твои вещи останутся здесь со мной. Сама увидишь, ну, иди ко мне. Джерри, чтобы ты остался со мной навсегда, я могу даже быть здоровой. Давай, ты попробуй. Иди ко мне. Давай примерим. Ты действительно отказываешься от комнаты? Да, решил сэкономить на квартирной плате. Конечно, тебе очень благодарна, но я никогда не была шантажисткой и стервой. Какое расточительное отношение к бумаге. Придется писать еще одно. Не надо ничего писать, если ты сам этого не хочешь. Надо. Я хочу. Сам? Сам. Всего должно быть в меру. И помни, что теперь ты принадлежишь только мне. Поэтому давай хорошенько пережевывай кашу. Не выходи одна на улицу, таблетки прими. Это и халатик застегни, чтобы не простудиться. Джерри, я так тебя люблю. Ой, это уже второй раз. Я израсходовала весь недельный лимит. Ну, возможно, мне понадобится услышать это еще несколько раз до экзамена. Так, для укрепления мускулатуры. Пока, детка! Thank you.
Детка! Скажи, а что делать с этим? Чем? Ну, кастрюльки, сковородки. Запаковать их отдельно? Отдельно от чего? От тарелок. Не знаю. Возможно. А, я думал, с тобой что-то случилось. Тебе лучше стоять на балу, Белка. Думаешь, я разобьюсь? Не будет тебе такого счастья. Не понял, откуда такая горечь? А ей? Нашла на полке. Нет, я спрашиваю, чем так горчена? Я? Да. А ты? Я первый спросил. Я огорчена тем, что не могу понять, чем огорчен ты. А я огорчен тем, что не могу понять, чем огорчена ты. Прекрасно, расследование проведено и не дало никаких плодов, ну, кроме миндаля. Детка, скажи, а тебе нужна вот эта занавеска? Да мне вообще ни черта не нужна. Тебе-то она нужна? Хорошо, давай поставим вопрос по-другому. Нам эта занавеска нужна? Нам, конечно, пригодится. Я могу сделать из нее 11 разных вещей. Назови хотя бы 10. Покрывало на ручку, закладку для книг. Я могу сшить из нее тебе галстук. Представляю, как я появлюсь в таком галстуке в здании суда. Слушай, а может, хватит на сегодня? Ты чего-то выглядишь уставший. Нет, нет, я совсем не устала. Ну, а чего тогда скисла? Кто скис? Я на седьмом небе отчасти. Послушай, если... Только не надо успокаивать меня своей благородной добротой. Это тебе за все твои шпильки. Прости. Предполагалось, что мы весело будем укладывать мои вещи. Зачем вести себя так, как будто я не знаю? Только почему-то это никому, ни тебе, ни мне, не доставляет ни малейшего удовольствия. Ну, мне кому будет доставлять удовольствие разрушать свой дом, в котором так счастливо жилось? Джерри, а что мы с тобой будем тянуть? Давай мы с тобой поженимся. Спасибо, это очень великодушно с твоей стороны. Но одна жена у меня уже есть. Я имею в виду после развода. Ты не подумай, я не собираюсь сидеть у тебя на шее. Знаешь, что я придумала? Что? Я буду еще изучать стенографию. Стенография? Это то, что нам необходимо, да, сейчас, да, для полного счастья. Да, да, именно так. И когда у тебя появится своя контора, вот тут-то я тебе и пригожусь вместо какой-нибудь дуры секретарши. Ты еще сэкономишь. А чердака? Может получиться прекрасный офис. Вот увидишь, будет очень мило. Будет страшно мило. Ой, фу, гадость. Ты о чем? Тараканы. Вот как ты будешь принимать там людей, если из всех щелей выползет делегация тараканов полюбоваться на гостей? Кого мы там будем принимать? Нужных тебе людей. Коллег, компаньонов, тауманов. Может быть, даже и преступников, и убийц. Нет, это же бесчеловечно. Придет ко мне какой-нибудь алкоголик, наркоман, только что зарезавший свою мать, и тут ему навстречу вылезает таракан. Он же просто умрет от страха. А потом мы с тобой поселимся в настоящей квартирке. Я всю жизнь мечтала жить, знаешь, чем? Со мной? С лифтом.
Вот если есть лифт, можно принимать любых гостей. Я вспомнил тот вечер, когда ты оставил это радио у меня под дверью. Господи, мы провели с ним много прекрасных часов наедине. Будет обидно, если оно закончит свои дни где-нибудь в чулане. Нет, ничего подобного. Оно нам еще очень пригодится. Прекрасно! А вот что делать со старыми счетами? За газ, за телефон. Не знаю, там, по-моему, есть что не оплачено. Оставь где-нибудь на месте. А стоит ли платить, если все равно же сейчас все выключат? И газ, и телефон. А тут еще и письма какие-то старые. Женя, любимый. Несмотря на то, что истица вела себя по отношению к ответчику как верная и преданная жена, означенный ответчик, безусловно, виновен в грубом нарушении душевного спокойствия, означенная истица также в нарушении супружеской верности, вследствие чего суд постановляет. Суд постановляет. Существующий до ныне брачный союз расторгнуть и считать недействительным. Означенная же истица с момента данного постановления состоит в разводе с ответчиком. Точка. Почему ты мне ничего не сказал? Я не мог, мне нужно было самому с этим справиться. То есть ты не хотел, чтобы я знала? Нет. Пока я сам это не переживу, потому что для меня это значит, что больше никак... Никогда. Это такая большая, зияющая дыра в сердце, и просто нужно время, чтобы она затянулась. Вот и все. А дальше? Что дальше? Что ты будешь делать дальше? Дальше я собираюсь заняться одним неотложным делом. Каким? Запаковать эту чашку, например. Ты ей сказал обо мне? Да. Ты ей сказал, что переезжаешь ко мне? Да. Ты ей сказал, что переезжаешь ко мне, потому что я заболела? Да. Сука, сын! Я не супер. Да давай уже бери свою посуду. Давай, давай, назови меня. Ты ничего не сказал! Я не мог. Боже мой. Даже то, что вы с ней развелись, это только твоя с ней тайна. И даже если ты на мне женишься, она об этом узнает, а я нет. Сядь, я прошу. Пусти меня, нужно уйти. Сядь, уйди с дороги, уйди с дороги. Да. Уйди с дороги, я не с дороги, я с тобой сделаю! Давай, бросай! Я тебя сейчас так сгрею, здесь не сможешь, ну! Давай! Так нечестно! За всю свою жизнь мне не удалось побить ни одного мужчину. Ты знаешь, почему я ей сказал о твоей болезни? Чтобы доказать ей что-то за мой счет. Что, например? Какой-то благородный, замечательный. Нет. Беспокоишься о бедной инвалидке. Нет. Она... попросила меня о помощи. Она зовет меня домой. Она тебя зовет. И вот в тот самый момент, когда я ей стал действительно необходим, и сам крепко стою на ногах и в состоянии ей помочь, мне пришлось ответить ей «нет» и объяснить причину.
Ферри, а ты помнишь, когда ты настаивал, чтобы я что-то от тебя потребовала? Помню. Вот я хочу потребовать это сейчас. Давай, требуй. Ферри, я хочу, чтобы ты остался со мной, весь, целиком. Я не хочу тебя ни с кем делить, Джерри. Ты хоть раз когда-нибудь скажешь. Я люблю тебя, Гитлер. Детка, ну это же обет на всю жизнь. Однажды я его уже дал. Перестань издеваться. Ведь это просто вот не по-дружески. Вот я тебе скажу честно. Вот если ты переедешь ко мне, я буду добиваться. Я буду требовать, чтобы мы с тобой поженились. Только ты, пожалуйста, будь со мной честен, Джерри. Джерри, ты мне друг. Я друг тебе. Я буду честен. Когда ты говоришь слово «люблю», ты имеешь в виду «влюблена». Для меня это слово значит намного больше. Для меня это нуждаться. Нуждаться не то, нуждаться. Для меня любовь значит намного больше. Любовь – это неразрывно быть связанным с человеком. День за днем, год за годом. Любовь – это видеть глазами другого человека. Ведь это она любит все эти прекрасные мосты. И ни на один здешний мост я не мог смотреть без боли, потому что ее глаза этого не видят. И таких вещей сотни, тысячи на каждом шагу. Не только друг, даже в чем-то смертельный враг. Но она жена, она жилась со мной. Что я могу сказать тебе по поводу этой бумажки? Что брачный союз не расторгнут, что его нельзя считать недействительным. Если я потеряю руку, я что, перестану ее чувствовать? Вот что значит для меня любовь. Ты никогда не женишься на мне, Джерри, да? Гитлер, ну я не могу. А мне что делать? Как мне с ней бороться? Каким оружием? Я с иным кровотечением 2 раза в год. Поймать тебя в эту ловушку, стать инвалидкой и нуждаться в твоей заботе. Пока я тебе нужен, я буду рядом. И переедешь ко мне? Да. Даже сейчас? Даже сейчас. Все, что во мне есть, все, что во мне осталось. Я все отдам тебе без остатка и без обсчета. Боже мой. Так это же я попала в эту ловушку. Ведь потеряв тебя, я бы тоже потеряла. Ты бы почувствовала только одно, что ты потеряла целую кучу времени зря. И ты же растешь, детка, ты растешь. Одним из 2 самых сильных моих желаний – это увидеть, как ты вырастешь и встанешь на ноги. Одним из 2. А второе? Когда-нибудь мне сказал то же самое, что ты сейчас говорил о ней. Выходит, мы даем друг другу отставку, так, Джерри? Нет, Джерри, Джерри, отпусти меня. Джерри, Джерри, дай мне уйти. Ведь с первой минуты нашего знакомства я не могла вздохнуть свободно. Джерри, дай мне уйти. Иначе я... Задохнусь.
собрался, все вещи остались здесь. Здравствуй, Джерри. Если тебе что-нибудь понадобится, ключ будет у сторожа. Мне ничего не понадобится. Если понадобится что-то важное, ты запомни, я буду в Линкольнском отеле «Коммодор». Номера я не знаю, но ты главное запомни, город Линкольн, штат Небраска, не Невада. Не Невада. И не Омаха. Ты позвони, я уверен, что дорога тебя соединит и так. Если понадобится что-то срочное, ты позвони Франку Таумену, ничего ему не объясняй, просто позвони. Да? Нет, пообещай мне. Обещаю. Джерри, ты не волнуйся за меня. Главное, чтобы у тебя там вышло все так, как ты хочешь. Я постараюсь. Хотя это опять война, но такой ошибки я уже больше не совершу. Я не перееду в Омаху, я не стану работать в Луциана. Жить мы будем только на то, что заработаю я. Начинаю я достаточно скромно. Стол, стул, карандаш. И моя голова. Это немало. Новая жизнь. На новых началах. Я верю в тебя. И больше никаких метаний в сторону. Ты же тоже перестала метаться, верно, детка? Нет. Я пока еще дергаюсь. Ведь я же тоже верю в тебя. В Нью-Йорке целая толпа народу, но ты не такая, ты... единственная. Не растрачивай себя понапрасну, ты обязательно его встретишь, он ждет тебя где-нибудь. За углом. Ищу. Джей, а можно я буду посылать тебе открытки на день рождения время от времени? Время от времени. Два раза в неделю. Господи, Гидден, что я делаю? Скажи мне, что я делаю? Мне иногда кажется, что я делаю. Ты все правильно делаешь. Понимаешь? Мне не нужны больше никакие подачки, но я и сама больше не буду раздавать эти подачки. Ты меня этому научил. Господи, если бы я мог быть твердо уверен, что мы друг другу помогли хоть в чем-нибудь, хоть немного, я... Ты мне очень помог, Джей. Ведь это мои первые отношения, после которых я стала намного лучше, чем прежде. Я не знаю, кто будет этот человек, которого я встречу за углом, но он тебе будет... многим обязан. Спасибо тебе. Она даже не узнает, скольким она обязана тебе. Потому что теперь я знаю, что после слова «любить» всегда идет слово. Какое? Помогать. Не помню, кто сказал. Ну вот, детка. Ну а вот. Пока. Джерри! Я люблю тебя. Последнее, что я хочу, чтобы ты от меня услышал, это то, что я люблю тебя. Я... тоже люблю тебя, Кита.
Ты!